Всероссийский фестиваль детского и молодежного творчества «Сияние Севера» в этом году посвятят столетию столицы Заполярья. В нем примут участие порядка 700 детей от 7 до 17 лет из 42 городов России. Мурманск готовится встретить гостей, идет подготовка площадок для проведения конкурсов и мастер-классов. Одну из таких площадок в музыкальной школе номер 1 посетили представители народного жюри фестиваля. Народное жюри фестиваля детского и юношеского творчества «Сияние Севера» – идея редакции газеты «Вечерний Мурманск». Его создали для того, чтобы объединить всех преданных поклонников детского творчества. Председателем выбрали капитана городской команды КВН Германа Иванова. Официального победителя назовут профессиональные судьи, а критики из народа выберут, кому вручить приз зрительских симпатий. Судить обещают справедливо. Народное жюри вообще, оно поэтому и народное. Мы исходим исключительно из того, как мы, как зрители, просто это воспринимаем. Потому что есть жюри отдельное, профессиональное, да, это эксперты, и они будут исходить, наверное, из каких-то своих внутренних ощущений тоже, но они будут судить как эксперты, как профессионалы в своих областях. Мы же будем оценивать это менее строго и оценивать просто как зритель. И мне вот это очень, честно говоря, нравится. Я бы хотел подойти к этому очень неформально. Участники жюри смогут бесплатно посещать все площадки фестиваля и конкурсные просмотры. Первым местом, куда заглянула народная комиссия, оказалась музыкальная школа номер 1. Здесь пройдут 2 конкурса и несколько мастер-классов. Воспитанники учреждения будут открывать фестиваль хоровым пением. Голоса, конечно, все звучало прекрасно. Дети, конечно, все будут подготовлены, но на меня лично, наверное, будет впечатление производить, и я буду выделять именно тех, кто воздействует эмоционально. К встрече гостей школа уже готова. Ее актовый зал рассчитан на 100 зрителей. Если будет нужно, разместят и больше. 28 и 29 марта тут пройдут прослушивания участников фестиваля в номинациях «Академический вокал» и «Инструментальное исполнительство». Значит, ну, участники из нашей школы – это вокальное трио. Это будет участвовать в академическом вокале. Ансамблик такой маленький, руководитель Зайцева Ирина Ивановна, вот у которой вы сейчас были, кормейстер. Вот концертмейстер Полицына Ирина Евгеньевна, они будут вот участвовать. Но на инструментальном, на этой номинации у нас нет участников. Фестиваль «Сияние Севера» пройдет в Мурманске с 26 по 31 марта. В столицу Заполярья приедут победители региональных этапов творческого соревнования. Помимо выступлений участников, организаторы обещают зрителям интересную программу, насыщенную игровыми, развлекательными и даже спортивными мероприятиями. Следить за ходом фестиваля можно будет в группе «Говорит и показывает Мурманск» в социальной сети ВКонтакте.